Хочу поделиться результатами проекта «Начни с воды» с Еленой Шнипас, показать, насколько это эффективно. Первый результат – это Мустафаева Тамила из Киева. У нее исчезла папиллома и перестали сыпаться волосы. У Ольги Бретт из Флориды нормализовался стул и перестала она пользоваться ингаляцией от бронхиальной астмы. У Елены, 36 лет, добавилась энергии и нормализовался сон, несмотря на то, что у нее грудной ребенок. Игорь, 32 лет, из Брянска, избавился от 8 кг веса, и у него ушла потливость в теле. У Елены, 52 лет, прошли судороги в ногах и стали меньше варикозные вены. Екатерина, 37 лет, избавилась от высыпаний на коже. У Елены из Мурманской области нормализовалось давление и ушла одышка. Зуля из Казани научилась комфортно пить норму воды и избавилась от отечности. Оксана из города Тамань стала лучше спать, и у нее кожа стала упругой. Тим, 17 лет, из Германии, чувствует прилив сил, и у него отличное настроение. У Натальи из Курска уменьшились боли в спине и ногах, и ей стало легче двигаться. Олег, 48 лет, избавился от полипов в носу и стал высыпаться по ночам. А у Василия из Алматы прошла 6-летняя экзема на руках и аллергия. У Ольги, 26 лет, из Сакраменто, ушла тяга к сладкому и улучшилась кожа лица. Людмила из Москвы исключила таблетки от давления и избавилась от отечности ног. У Сани, 59 лет, из Астаны, снизился сахар в крови и улучшилось пищеварение, состояние кожи, ногтей и волос. Антон из Брянска, у него увеличились силовые показатели в спортзале и выносливость. Анатолий из Харькова избавился от многолетних головных болей и метеозависимости. У Ольги из Испании ушли боли в суставах, перестали увеличиваться лимфоузлы под мышкой, улучшилось зрение и пропала тяга к сладкому. У Алены из Киева спустя 10 лет бесплодия появились долгожданные дети. У Николая, 49 лет, восстановилась фаланга большого пальца и нарастилась мышечная масса. А Владимир, 60 лет, избавился от 58 лишних килограммов, проблем с позвоночником, проблемной кожей и нормализовал давление.